Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Доня, а также Юрка и Димка. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Битва копов против воров». Здорово, здорово! Итак, друзья, сегодня я буду в роли воришки, а Димка с Юркой в роли копов. Мы отметили на карте раз, два и три стоянки. На этих стоянках у нас стоит по три тачки. Моя задача — угнать две тачки в сумме за 10 минут. Задача копов — не дать мне это сделать, ну или же найти, куда я эти машины привожу. В принципе, все очень просто, поэтому ребята полетели готовиться. Итак, друзья, сегодня я буду использовать две новые тактики. Первая тактика — это грузовик. Я буду стараться тачки грузить в этот грузовик и уже закрывать, то есть двери, и пытаться привести их на базу так, чтобы меня копы не спалили. Вторая тактика — это эвакуатор. Я буду на эвакуаторе пытаться тачки украсть. В принципе, все очень просто, посмотрим, получится ли это сделать, потому что копы обычно лютуют. Ну и в принципе, друзья, полетели в конференцию к Димке с Юркой. Итак, друзья, время у нас пошло, мы начали, погнали работать. Так, рассказывайте, парни, какие у вас сегодня есть планы. Никаких, я тебя думаю, поймать, сладенький. Серьезно? Да. Даже так? Серьезно? Даже так? Это сильно сейчас, сильное заявление было сейчас, конечно. Так, он меня видел где-то, окей. Или тебя, думай меня. Ага. Да? Ну, такое, что-то Равшан у меня машина не летает. Думает работать сегодня. Чё ты там? Ты ней. Может, шел плитку и нормально положил. Кто там не думает работать? Равшан? Угу. Чё-то, видимо... Что-то, видимо, там у пацанов веселое происходит. Что именно, не буду сдаваться в подробности. А, прошла у нас временем уже минута, если что. Ты слышал, он, короче, замолчал, то есть он что-то сделал. Он что-то придумал уже. Смотри, короче, что, Батов смотри. Так, Батов? Сейчас бы рэп зачитать, слушай, а-а-а, думаю. Было бы неплохо. А-а-а. Давай. Давай, битбокс. Рэп, Батов. Так, что у Равшана? Как дела? У Равшана порядок. Да? Все в порядке у вас, да? Угу. Так, что-то странно, притих. Как-то. Да я, короче, пытаюсь подумать, как сделать сейчас все грамотно. Но пока не знаю, а как. А ты не делай, ты там сиди в кустах, и тоже будет неплохо. Да? Угу. Думаешь? Да? А где? Думаешь? Еще одна машина? Думаешь, а, то есть это он уже дернул, да? Рабочая тактика это, да? А... Дернул? Что там происходит у вас, пацаны? Две тачки или третья где-то еще есть? Это где, Юрка? Что у вас там происходит, пацаны? У рэпера, короче, что-то две машины или что? У рэпера две машины? Какого рэпера? Чего? У Экзибита. У Экзибита две машины? Вот одна. А вторая? Не, где? все здесь. Где-то здесь, что ли? В смысле, да, где? Ну вот, две, вот а еще одна. Так. Сюда подъедет, вот. Понял? Ага. Окей. Угу. Не знаю, что вы там делаете, пацаны, но просто я пытаюсь понять, кто из вас кто. Кто из вас где? Зачем тебе понимать? Так, иди как пшика проверь. Или чё? Что-то подозрительно пока что. Слишком тихо. Даже птица не поёт, слышишь? Ну да, то есть что-то он слишком работает. Тихо, да? А, вот пшик. Так, стоп. Чё? Рэпера обокрали. Твою мать. Хорошо, 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 хорошо. Молодой человек. Да ты что делаешь, дебил? Он же стоит, нига. Ай, в смысле, вы что, меня нашли? Вы меня нашли, алло. Я машину увидел. Алло, 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 а как так-то вы меня нашли здесь, алло? Я мимо проезжал, машину увидел. Да в смысле, охренеть, алло, пацаны, как так-то? В смысле, алло? Куда ты поехал? Открытое место, он еще удивляется. Алло, да давай. Доставай ты. Мне что, стрелять по тебе, что ли? Нет. Нет, да, ну ладно, ладно, я думал, сработает тактика. Ты бы хоть прятался, слушай. Не, нормально, угнал. Ладно, ладно, ладно. Хорошо, ладно. Блин, ладно, прошло у нас 3 минуты. Офигенная тактика, алло. Прошло 3 минуты, машинка как бы, ну блин, попадос. Поймали меня копы, я отлетаю. Тактика номер 2, погнали. Так, ребят, короче, ну прошло 3 минуты. Я использую тактику 2.
тактика Б, потому что, ну, там копы прям вообще меня жестко зажучили на этом грузовике, прям, прям выехали на меня. Ну, да, это вообще тупо не повезло, я считаю. Ну, да. Так, короче, пацаны, как у вас дела, рассказывайте? Ну, нормально. Нормально у вас дела, да? Я бы сказал, даже отлично. Прям отлично? Что там Юрка делает, даже интересно было бы посмотреть. У меня есть радар, собственный радар полицейский. Собственный радар? Брейкдансит. Юрка или кто брейкдансит? Ёп! Тихо! У-ху! Я выжил! Что с происходит, пацаны? Что с происходит? Ай! Дурашка. Я приземлился, все. Понимаешь, вот каждая семья... Я живой. В семье не без уродов. Так, я детектором катаюсь, ищу цель, никого нет пока. Ну это хорошо, на самом деле. Мне это радует, никого нет у тебя на детекторе. Так, у меня есть секретное оружие. Полетели-ка. Ой. В смысле полетели? Куда вы там полетели? Да что? А чё так? А чё это? Так, тихо, на кого-то навелся, алё. Малыш. Сладенький. Малыш, я тебе сейчас пробью колёса. Кому? Пас. А! А! Да ёбаный бордюр резал! Чё там происходит у вас, алё? Я, короче, этот... А где спалил кого-то. Ладно. Пшик где-то шманит, не знаю, где именно. А, пшик шманит. Пшик? Фига, пушка. Так, ребята, прошло у нас уже почти 5 минут. 4,5, если быть точно. Деле, это подожди, имба самонаводящая. Он под мостом. Так, на кого-то опять? Направо поехал. В смысле? Юрка. Я что, угнал? Ай. Я не знаю, у меня просто пшик. А кто туда, подожди? Ничего не угнал? Я не знаю, вы там как бы это... А что на скорости тогда бот... Или это ты был? Нет. Поворот вошел на скорости. Я нет. Так может, я не знаю, что у вас там происходит, я еще ничего не угнал, пацаны. Заговорит зуба, сам уже, наверное, едет. Что за херню тогда? Ты... Так тогда рэпера проверить. Рэпера? Ну я на пшике. Ой, на пшике. Вот. Пшики, что у вас там? Пшик. Вжих. Так, пацаны, как у вас вообще дела? Псит вроде. Прошло у нас 5 минут. У меня детектор есть, но как бы... Ну ладно, хотя бы так. Не совсем все по плану, ребят, получается, но пока хотя бы так. Тут две тачки или мне кажется? Так все-таки это он был или что? Так он, значит, был, я не знаю, что где. Е-бой, пацаны, е-бой, отлично. Так. Утащил типа что-то? Да? Короче, пацаны, да, я утащил одну машину. Он уехал под мост, я смотрю, кто-то несет на большой скорости. Ты сказал, типа, все тачки на месте, я такой, типа, ну ладно. Ну я тебя видел только. На самом деле, обидно, что у вас, видимо, одна из точек это рэпер, где гетто. И там Audi RS4 вы уже спалили, потому что она стояла прям офигенно. И жалко, что вы как бы ее у меня забрали, потому что а другие две стоят жестко. Поэтому сейчас будем, короче, пытаться как-то работать. То есть на рэпера глаз положил. На рэпера глаз положил. На рэпера глаз. Секретный байк уничтожить. Что-то было сейчас, вы слышали? Что-то было сейчас. Так, ну, короче, посмотреть, ребята, время еще есть у меня, в принципе, еще так и так, да? Во-во-во, это бот? У тебя там что летает, Юрка? Тут боты летают, как... Эй, как... Чё происходит, чё с ботами? Тихо. А чё я не взрываюсь, алё? Не знаю, ты охренел? Слушай, у этого Нигаса же стальные яйца. Как он я сам, ну, типа, очень интересно, но ничего не понятно. Короче, на байке, если чё. Я, как я не взорвался, я не понял. Да я алло. Что? А смысле, как ты так... Что происходит, алло? Да тихо, Никасы. Да я тебя... Иди сюда, где ты? Я тебя найду. Нет. Чего там творите? Все, я у него байк отобрал. Да он, короче, из подворотни вылетел, разложился на этом. Ой, так, пацаны, у меня еще осталось буквально полторы... Нет, 2,5 минуты у меня еще есть, поэтому, пацаны, блин, нужно быстро как-то работать, а как, я не знаю, черт. Так, друзья, короче, осталось у меня еще 2,5 минуты. Время очень мало, но надо как-то работать. Поэтому сейчас будем как-то стараться пытаться будем как-то сейчас. Я не знаю, что делать, блин, вот реально просто, ну... Сегодня копы лютуют, еще там какой-то летающий байк, не знаю, вы убрали или еще его оставили, я не знаю, поэтому сейчас будем что-то пытаться делать. Так, пускай будет так, а далее, блин, сейчас придется как-то быстро пытаться, но... Ёлки, а как потом-то? А здесь потом... А, ну можно как-то, да, по идее? Давай, нужно работать. В смысле он там что-то... Подозрительные вещи говорит, что там потом? Подозрительные вещи говорю, да? Я пока не понимаю, но...
А сюда как потом, подождите. Сейчас нужно подумать просто, как сделать все так, чтобы меня не спалили копы. Ну это, блин, тяжело у нас, очень тяжело сделать, ребята, это сегодня. Сейчас, короче, проработаем. Пока тут тихо, тачек на месте. Проработаем стратеги сейчас как-то. Как-то нужно проработать, осталась у меня буквально минутка. Так, буквально одна минутка у меня осталась. Нормально, все тихо. Буквально одна минутка, поэтому сейчас будем как-то пытаться. Так, тара-тара-т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 а
Я не знаю. Так, ладно, вроде как. Вроде как. Подождите-ка. Сладенький, походу, наш ушел. Ну, наверное. Да. Тут ничего нету. Ты его свысока не видишь? Так, пацаны, время закончилось. Нет, не вижу. Время как бы закончилось, но... Я вроде как еще в машине, поэтому... Поэтому работаем. Да иди ты нахер, свалин, мудак. Короче, не знаю, Рапшана обокрали, леща ему влепили, походу, жестко. Че у нас вообще? Времени нету больше, да, у тебя? Да, все, время закончилось, нужно машину мне довести, как-то суметь. Да? Ну, да. Такое. Просто как-то... То есть ты понял, он где-то едет, короче. Да, Сладенький я еду. Ушел, а, собака он дернул такая. Эту? И поехал... Ну, короче, пацаны, да, я работаю. Время закончилось, но машину по правилам я довести могу. Поэтому, не знаю как, но сейчас будем пытаться это сделать. Потому что пути мои... Предложение, куда он мог ее отвезти, но... Пути хоть и окольные, но они проходят через стоянки другие, поэтому... Серьезно? Сейчас будем как-то, да, как-то пытаться сделать все беспалевно. Я заговариваю, да, ты слышишь, что он немного напряженный? Да. Ну, а я думаю, это не напряженный, около стоянок проезжать, конечно. Ну, конечно, ты очко уже сжал, наверное. Ну, да. Ты в смысле? Я понял. Я понял, я вас тоже понял, пацаны. Ну, ты дебил вообще, Димон. Сама беспалевность, мать твою, вот... Да, чё, ну, в принципе... А чё, всё, так он же всё уже дёрнул, как бы, а шо, ну... А, ну, или ты упас? Может или быть. Или чё? Ну, в принципе, я пацаны... Я же говорю, сладенький ушёл. Я не знаю, что делать, потому что... Ну, потому что плохо дело, как бы, я не знаю, что мне делать вот с этим. Вот с этим что мне, блин, делать, я не знаю. Что? Повеляю, видишь? Да, угадай, почему он меня спалил, мать твою! Я не знаю, почему он тебя спалил. Ага. Ты слишком беспалевный. Это невозможно, потому что копы на вертолете. Да вот он, остановился здесь. А, стоп. Короче, все, ребят, но это невозможно, потому что копы на вертолете. Я уйти на этой машинке от них не могу. Нужно машину менять, а да, вот он в вертолете. Машина уже потрачена. Да. Блин, Димка, я так его вел, пока он в грузовике сел, понимаешь? Вот всю малину мне надо, как говорится, забрать. Я думал, все, он уже угнал тачку, я такой, ну ладно, пописаёбим. Но он все-таки свои первые тачки так и сработал на него, короче. Давайте покажу вам свое место, куда машины привозил. Короче, а машины я привозил вот сюда, то есть здесь стоит один Мерседес. Ну, ты здесь, кстати, остановился как раз на выезде. Да, там я хотел заехать, но вертолет это было очень жестко. Однако Мерс очень быстро, он офигенно валит. Окей, ребят, такая с ней получилась серия «Битва копа против воров GTA 5». Если вам понравилось, то ставьте лайкусики, всем удачки, всем пока. Пока, ребят.